День матери – теплый и сердечный праздник. Среди многочисленных праздников в нашей стране День матери занимает особое место. В этот день звучат слова благодарности всем матерям, ведь они дарят ребенку всю себя – любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. В Доме творчества школьников юные артисты подготовили подарок для мам – концерт «Букет радости». На празднике выступали танцевальные коллективы «Загадка», «Арабеск», танцевальный кружок «Шанс», ансамбль народных инструментов, вокальная студия «Такт», студия «Стиль» показала коллекцию моделей. На празднике зрителей ждала и игровая программа, где мамы приняли участие в конкурсах и танцах. В этот день социальная комиссия горсобрания Кохтла-Ярве торжественно наградила победителей конкурса «Мама года».